Всем привет, спасибо, что заглянули. И у нас сегодня вторая часть покупок раскрасок. У меня вторая часть логобук приехала, и еще тут немножечко появилось, поэтому давайте смотреть. Но начнем с выкрасок. Я вам в том видео показывала вот такие акриловые маркеры, которые у Алины в телеграм-канале увидела. Их все пронумеровала. Приклеила вот эти номерочки, которые Лена у себя в видео как-то показывала. Мне они очень нравятся, держатся прям намертво на любых абсолютно поверхностях у меня. Вообще на них не жалуюсь, очень рада, что они у меня появились. Вот, и сделала на них выкраску. Вот такие цвета. И я ими пробовала уже раскрашивать в манге. Даже сейчас, по-моему, одна какая-то картинка... Привет, Мартин! Одна какая-то картинка у меня в процессе именно ими. Но именно в манге мне не хватает цветов. Я их смешиваю с тем вот наборчиком, который такой недорогой был. Так, подвинься. Мартин, прости, пожалуйста, но придется тебя отсюда брать. Вот это имя раскрашено. Они вот у меня почему-то немножечко все-таки полосят побольше. Вот особенно что ты там уже делаешь. Особенно вот на фоне, или на фоне это другой маркер. Не помню. В общем, у меня на больших пространствах почему-то полосочки от них остаются. Я никак с ними не могу совладать. Не получается их нормально наслоить, но в целом все равно маркеры неплохие. Мне нравится. Вот я вот эту картинку, по-моему, даже. По-моему, полностью ими раскрашивала. Я все еще не представляю, как я жила без этой книжки раньше. Так, это с маркерами. И ручки, которые такие красивые были по наборчикам. Купила, кстати, в Читай-городе вот такой пенал. Мне очень нравится, несмотря на этот гигантский замок. Он прозрачный, через него все видно. И вот эти ручки, которые фиолетовый набор там был, синенький и серый цвета. Тоже покажу выкраску. Первый ряд это телесные оттенки, второй серые, третий лиловые, фиолетовые, сиреневые и мятные голубые. Очень классные ручки. Тоже вот раскрашивала недавно ими мандалу. Не знаю, зачем я сюда, правда, мятный цвет бахнул, но ложатся хорошо, цвета классные, я прям очень довольна. Вроде как они еще на Wildberries появились, но сейчас их нет в наличии. Как появится, обязательно еще парочку про запас куплю. Вот фиолетовых точно куплю себе, потому что опять крадется, потому что прям классно. Мне кажется, быстро будут у меня уходить. Так, это что касается выкраса. Так, еще меня просили показать, чем я раскрашиваю вот в этой книжке. Я здесь раскрашиваю маркерами. У меня очень старый набор. Я, честно говоря, я даже не помню, где я его покупала. Ну, либо Wildberries, либо Озон. Эти маркеры с кисточками, но они не очень хорошо между собой смешиваются. Какая вот здесь кисть. У меня половина маркеров уже позаканчивалась. Именно, кстати, в этой раскраске я их добиваю. Вот я никак их не переберу, не выброшу. То есть они у меня вот здесь все стоят, но я знаю, что я, вот, например, там могу взять какой-то 64-й, по-моему, номер здесь уже не пишет, еще какой-то. Здесь, на самом деле, меньше половины уже осталось. Вот я просто добиваю их в этой раскраске. И вот у меня буквально вот на днях как раз-таки один из маркеров подвел, пришлось переходить на другой цвет. Не очень, конечно, красиво все это выглядит, но да ладно, когда раскрасится, я думаю, это будет не так в глаза бросаться. Вот. Потом пробовала я здесь еще какой-то другой маркер, у меня прям супер дешевые есть. Они прям еще вдобавок и полосят здесь. Это вот прям было неожиданно, но я думаю, дело в маркерах, потому что там не очень хорошие тоже маркеры. И надо будет думать, чем раскрашивать буду в этой раскраске, потому что хорошие маркеры я не хочу сюда брать. Здесь достаточно... ходовые цвета, то есть вот, например, тот же самый голубой, светло-голубой, фиолетовый, зелененький. Я такие цвета берегу, потому что вот особенно все, что касается оттенков синего и фиолетового, у меня это всегда в ходу.
И, соответственно, я сюда беру то, что не жалко, потому что, ну, как бы, иллюстрации на выходе, как вы понимаете, не шедевральные, зачем сюда что-то переводить. Но и совсем плохое я сюда брать не хочу, хочу, чтобы все-таки все было аккуратненько. Вот поэтому буду думать, поищу. Хочется тоже какие-нибудь маркеры с кисточками, просто потому что ими удобнее раскрашивать. Вот. Но это что касается вот этой раскраски. Едем дальше. Дальше у меня появились смешные монстрики. Я уже тут нараскрашивалась вдоволь. Детская акварелька. Классная книжка. Вот покажу вам один разворотик. Мне кажется, самый удачный здесь появился. Они все абсолютно такие простенькие, однообразные. Что ты уже какой-то кусочек бумаги какой-то оторвала от чего-то, Мартин. Они все такие однотипные, простенькие. Я не знаю, как их можно в разном формате раскрашивать, но вот как-то так у меня получается. Всякие тут детские акварельки, блестящие гелевые ручки. Вот, я такие книжечки люблю. Далее еще у меня появился ветер цвета индиго. Это вроде так группа называется. «Волшебное приключение». Наимилейшая книга, я не помню уже давно. Что ж, ну, пожалуйста, ну, подвиньте немножечко. Тут какие-то кусочки сюда таскает. Так, классная книга. Я давно не помню, чтобы сидела какую-то книгу и вот разглядывала. Я начинала здесь фломастерами. Они, кстати, здесь протекают, но не знаю. Карандашами я такой не осилю, акварелькой не буду. Вот одну я здесь уже тоже раскрасила. Безумно понравилось. Очень крутая. Особенно вот эти одиночные иллюстрации. Но и разворотики мне тоже нравятся. Хотя они и детализированы, но вроде как на них все понятно. Нету вот этой вот какой-то непонятной каши там, или еще чего-то. В общем, прям обалденная книжка. Я думаю, я в этом месяце тут еще какую-нибудь картиночку сделаю. До меня наконец-то добрался сборник Кристин Кэрон. Я уже забыла, что его заказывала. Думала от него отказываться. В общем, пока он ко мне ехал очень долго, и я уже все передумала. Но в результате, когда он пришел, я думаю, что нет, я все-таки возьму, потому что, ну, автор классный. И у нее достаточно простые иллюстрации для раскрашивания. Картинки здесь красивые, его я еще не начинала. Я тут себе одну девочку уже присмотрела, с которой хотелось бы начать. Может быть, в этом месяце тоже получится в ней пораскрашивать. Ну, его, наверное, все уже показали. Я себе вот эту прекрасную даму присмотрела. Ну, в общем, я довольна, что она у меня появилась. Так, далее у меня еще появилась мифографика. Ну, я вам про нее уже говорила, Фэри Вандерленд. Здесь очень красивые картинки, но их надо рассматривать. То есть вот так при быстром пролистывании кажется, что здесь какая-то мешанина. Но сами по себе иллюстрации обалденные. Вот особенно, когда начинаешь присматриваться. Очень красивые. Это крот. Вот это мне очень нравится иллюстрации. Такой миленький голем, наверное, это и котик с крылышками. Милота неимоверная. Хотя я сама по себе феечек не очень люблю. Я их, по-моему, особо никогда не раскрашивала. Вот, но «Страна чудес» меня покорила. И сейчас вам еще покажу здесь парочку иллюстраций, которые мне нравятся. Вот это мне безумно нравится иллюстрация. Вот опять же, девочка, я не знаю, что, девочка-моль, девочка-мотылек. Тоже красиво здесь в воде отражается какой-то сказочный замок. Вот такие мне иллюстрации здесь нравятся. Вот это очень нравится картинка. Девочка в кубе. Белка летяга — это вообще моя бесконечная любовь здесь. И эта картинка. В общем, мне очень много понравилось здесь иллюстрации. Пикси тоже миленький. Вот эта милота. Я... И это нравится картинка. И это, в общем... Я уже не знаю, по которому разу ее пересматриваю. Вот эта девочка-улитка классная.
Вот здесь, если присмотреться, моська девочки, вот ее усики. Усики Мартина пришли. Оп. Так, в общем, я ее очень ждала, но не успела еще начать, потому что только вот недавно их получила. Классная книжка. Далее, не знаю, кто-то показывал или нет. Вот такую книжку на Logobook заказывал, тоже прям очень долго ехала ко мне. Мне кажется, с начала осени, ну или середина, но несколько месяцев точно добиралась ко мне. Здесь галактические девчонки, не возмущайся. Такие пухляшечки, классные, неимоверно. Единственное, здесь перфорация, и она какая-то прям супер опасная. Я здесь все проклеила прозрачным матовым скотчем. Мартин, прекрати атаковать меня. И я себе сохранила очень много. Ну, то есть вот настолько ты наглый, что тебе прям надо обязательно под руку залезть, чтобы тебя почесали. Давай. Мартин, ну как нам с тобой здесь уместиться? Вот скажи мне. Тогда подвинься. Я у автора в Инстаграме себе натырила картинок. Буду по ним раскрашивать. Она очень красиво раскрашивает, но у меня так не получится. Она раскрашивает маркерами. И здесь вообще, в принципе, на книге на самой указано, что она для маркеров. Вот. Блин, как вам показать-то ее, чтобы чудище подвинуть? Нет, Марта, у нас так не пойдет. Давай. Кис, придется слезть. Еще и замурчал. Ну что ты за замурчатель такой? Ну давай. Ну я тебя потом на ручки возьму. Ну ты только слез с них, Мартин. Как же ты любвеобильный. Ладно, давайте на коленки посажу. Все, сиди. А мы будем книжку показывать. Конечно, на коленках не сидится, надо на стол лезть. Сейчас он повозмущается немножко. Вот, в общем, здесь перфорация, я ее все странички вот с задней стороны проклеила матовым скотчем, он мне, в принципе, не мешает, но как-то мне прям совсем казалось, что он может отвалиться. И при раскрашивании, конечно, иллюстрации выглядят потрясающе. Вот это очень красиво, вот это. В общем, у автора можно посмотреть, как она это все раскрашивает. Там невероятные картинки. Быстренько я пролистаю, но, возможно, вы ее уже и видели. И далее еще мне пришла манга. О, манга, это манга. Она, кстати, на Wildberries появилась. Тоже можно там приобрести, но сейчас, по-моему, нет в наличии. И чибики, я их очень долго ждала. Вот, по-моему, я их заказывала одновременно с галактическими девчонками. Ну, плюс-минус в то же время, и тоже они очень долго переносились, ехали. Здесь одни картинки вот такие, вторые вот такие. То есть более такая серьезная иллюстрация, если так это можно назвать, и ее упрощенная версия. Мне нравится и та, и та. Это я. Там у нас где-то чуть Юля была. Да, это Юля. А это, кстати, змееносец. По-моему, я попадаю под него в этом странном гороскопе. Классные иллюстрации. Я где-то увидела одну раскрашенную картинку, начала вот искать, нашла, что есть такая раскрасочка. Бумажка прям совсем тоненькая, видите, просвечивается. Ну, надеюсь, маркеры будут нормально сюда ложиться. Такие вот, в общем, у меня книжечки появились. Вроде бы все, вроде больше ко мне ничего не планирует приехать. Кстати, еще была открыточка. Вот такая вот вложена от Logobook, очень приятно. И в прошлый раз тоже была вложена открыточка. Я не знаю, по какому принципу это вкладывается. Вот, в общем, вроде бы как. Ко мне ничего больше не едет. Но вроде как я у Юли что-то просила мне найти. А, книжка по номерам очень красивая выходит. И мне срочно ее стало нужно отошед. Если не забуду, скриншот прилеплю, там что-то про сказки. Вот. Но в целом это все, я надеюсь. Ладно, всем спасибо огромное за внимание. Всем пока.